Добрый день, с вами Империя Пикчери. Сегодня я покажу вам, как нарисовать арку карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Карандашик амбе, это мягкий карандашик. Мы намечаем сам силуэт арочки. По бокам измеряем расстояние, чтобы оно было одинаковым. В случае чего выравниваем его и проводим заодно две ровные вертикали, ровные относительно края листа. Провели, уточнили и с другой стороны. Проводим нижнюю горизонталь для того, чтобы понимать, где у нас будет начинаться левая часть и где будет начинаться правая часть. Они должны начинаться в одном месте. Мы берем небольшую толщинку и проводим вторую вертикальную линию. Где-то у нас будет сантиметрик толщина, может немножечко меньше. Тут уже можно смотреть на свой взгляд. Можно сделать шире, уже, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. То есть для каких-то тонких сооружений и работ лучше взять поуже рамочку. С другой стороны тоже мы проводим две вертикали, точно такие же, ширина тоже должна быть одинаковой. И уже можно стереть нижнюю горизонталь, которая соединяет основание двух частей арки. И теперь нам нужно будет провести верхнюю часть. Она у нас будет в виде вот такой дугообразной линии, по форме близкой к овалу, полуовал. Намечаем сначала нижнюю часть. Ее подравниваем аккуратно и затем поверх добавляем еще одну часть, которая будет повторять полностью силуэт нижней линии, и при этом толщина в верхней части будет такой же, как и у боковых. На уголках кирпичики будут располагаться вот таким вот образом, они будут более широкие в виде такого, можно сказать, треугольника, обрезанного по краям. А остальные кусочки будут в виде обычных кирпичиков. Мы их прорисуем немножечко попозже и начнем сейчас уже работу над тоном. Возьмем и средним серым тоном аккуратненько растушевочным штрихом заштрихуем нашу арочку. Старайтесь не выходить за края. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение, и теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Закончили первую тональную проработку и начнем отрисовывать кирпичики. Начинаем с левой стороны, аккуратно добавляем кирпичики, просто горизонтальными линиями на некотором расстоянии друг от друга, на небольшом. И в месте, где они разделяются, мы там делаем линию пошире, обозначая тем самым соединительную, так сказать, часть, которая бетоном соединяет два кирпичика между собой. И далее с левой стороны мы начинаем отштриховывать теневую часть, а слева у нас будет свет. И при этом нам нужно создать край такой вот интересный, который не будет идеально ровным, а будет показывать вот эту вот каменистую фактурку, как кирпичик выходит за поверхность. И вот такой вот получается эффект, причем камень как будто бы такой старинный получается. Добавляем верхние кирпичики и тоже их отделяем так друг от друга и делаем ребристый краешек, между ними полосочки бетона, которые мы делаем пошире. И далее с левой стороны добавляем тени. И так на каждом кирпичике. С правой стороны оставляем свет.
И вот так вот постепенно мы ползем до второй половинки. И здесь мы работаем точно таким же образом. Поделили на кирпичики, заполняем теневую часть с левой стороны. Слева и справа показываем силуэт кирпичика каждого. Можно немножечко затемнить нижнюю часть еще сверху на арке и усилить тон между кирпичами, сделать более контрастным. Заодно также можно и с левой стороны добавить темного. Затем мы просто смотрим со стороны, что у нас получилось, подправляем лишние линии. Где-то можно на кирпичиках тон усилить, в основании подчеркнуть. И затем возьмем и немножко усилим контрасты между кирпичиками, потемнее сделаем, а также добавим бликов с помощью ластика. Аккуратненько на самом светлом участке мы ластиком высветляем по всей длине свет. Показываем блик. Тоже у нас таким образом появляется больше объема. Сверху мы наносим блики на правой стороне. С правой стороны тоже вот ближе к серединке появятся блики. И рисунок практически готов. Вот такая арка карандашом у нас с вами получилась. Можно почистить пространство листика вокруг арки. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!